Так, короче, мы тут по закоулкам ходим этого города. Уже маленько обгорели, на самом деле. Вот какое-то здание такое с трубой, блин, посередине. Вот, ну, придумали, конечно, с архитектурное решение. А, тут поменьше, там побольше. Они вот в основании своем маленьком, ну, блин, высокие. Блин, как спички вот такие. Вообще непонятно. Вот, а сейчас мы идем вон на ту самую высокую. Тоже интересная штука. Вот. Ну, жарко-жарко, хрен с ним. Вообще мне непонятно, для чего строить высотные здания. В принципе, места вроде полно. Мест. Ну, вот вообще я не понимаю. То есть, кто в этих зданиях сидит вообще? То есть, вообще там есть люди или нету? То есть, офисы, да? То есть, что там? Короче, мне кажется, что вот сейчас то, что Дубай, вот реально раз в 10, да, реально раз в 10 должно цены упасть. Вот мне рассказывали, когда мы ехали. Короче, на русские деньги 140 тысяч рублей аренда 4-комнатной квартиры. Нифига, ты это не очень... Начитал. Вчера было 160. Почему? 140. 2,5 тысячи долларов. Ну, ну, плюс-минус, короче, там на 77 умножить, ладно, не важно. Так это, три спальни, ну, то есть, соответственно, три там, короче, снимали, да? У каждой спальни своя собственная комната, кухня, ой, фу, комната, туалет, кухня общая. Ну, короче, получается такой, как это называется, КГТ, вот, по-русски это называется, комната гостиничного типа. А, ну, в Москве это апартаменты называются. Так вот. Хорошо, допустим, вот здесь апартамент. А, кстати, вот они штаны. А, да ладно, точно. Да, точно, штаны. Так, ладно. А, и что там? Ну, то есть, офисы, апартаменты. Вот, скажем, такой дом по сравнению, если просто дом, ну, там, 9 этажей. Вот в чем принципиально большой эффект? Здесь то, что на маленькой площади много чего построено, но туда можно расшириться еще там нормально. Чтобы не перемещаться вправо-влево, а перемещаться вверх-вниз, ну, в принципе, наверное, да. Наверное, да. Но мне кажется, они не заполнены. Короче, я не знаю. Вот. Но по поводу там жить здесь. По крайней мере, я спросил там у гида. Он говорит, здесь хорошо зарабатывать деньги. Ну, то бишь, тут ну, деньги платят, да. А жить, во-первых, гражданство не получите никогда. Тут абсолютная монархия и, ну, короче, крайне вряд ли. Дальше. А стоит непомерно дохрена вообще, то есть, ну, просто вообще дохрена. А, там, типа, купить, сдавать в аренду. Ну, можно в аренду, ну, как давай, сказать, давай. Купить нельзя в собственность, можно арендовать на 99 лет и там сдавать в аренду там. В год, короче, что-то он назвал, короче, там получается 1,5 миллиона в год, там делен, ну, короче, 140 тысяч в месяц, да, так проще считать. Они считают в год, да, сколько приносит. Ну, это, кстати, правильно. Вот, вот такая архитектура, вот мне понятна. То есть она как-то... человеческое, что ли? А вот такая мне непонятна. Ну, не понимаю. Ну, совсем не понимаю. И там мыли окна. То есть, ну, даже человека не видно, вот, когда стоишь, а он сверху там водой капает. И вот... Ну, короче, я так и ничего не понял. Ладно, идем дальше. Куда? А, по переходу туда, в ту сторону. Хорошо, где переход? Там.